престиж рабочих кадров продолжает расти, в подтверждение результаты приемных комиссий. С каждым годом абитуриентов, желающих получить специальности среднего профессионального образования, все больше. Причем спектр этих специальностей очень разнообразен. Техникум наш реализует 13 направлений подготовки, и нет ни одного направления, в котором бы сейчас осталось хоть одно вакантное место. Приемная кампания завершилась 15 августа. За весь период нами было принято более 2500 заявлений от абитуриентов. В Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса конкурс в среднем до 5 человек на место. Наиболее востребованными стали профессии из списка ТОП-50. Это поварское и кондитерское дело, графический дизайн, парикмахерское искусство и гостиничное дело. В своих программах тюменские учебные заведения ориентируются прежде всего на потребности региональной экономики, чтобы их выпускники не остались на обочине рынка труда. У меня тут ребенок поступает, дочка, мы поступаем на дизайн. Ребенок творческий, профессия нужная, а дизайн нужен во всем. Престиж рабочих профессий поднимает и международное движение World Skills. Оно помогает, потому что ребята видят, что есть к чему стремиться уже даже во время учебы, и стать хотя бы участником этого движения, это уже хорошо для ребят. То есть это престижно, они это понимают. Кстати, новые специальности, которым в техникуме городского хозяйства только-только начинают обучать, тоже оказались востребованы. Мы ввели новую профессию – мастер по ремонту, мастер столярно-плоточных, паркетных и стекольных работ. Вот на нее хороший конкурс, хотя ожидали, что новые профессии, они как бы не сразу пользуются популярностью. Те, кто не прошли конкурс в Тюмени, могут еще подать документы в других городах и районах области. Здесь вакантными остаются около 600 бюджетных мест. Иногородним предоставляется общежитие.